Злобный Росомаха, поговорим о рестлинге. Что нужно для того, чтобы чемпион выглядел по-чемпионски? Ну, конечно же, привлекательная харизма, интересные навыки, красивый рестлинг, выразительная мимика, яркая внешность. В общем, все то, чего нет у Лив Морган. Но есть еще кое-что, на что, по идее, чемпион мог бы рассчитывать. Это поддержка со стороны оппонентов. Чемпион должен быть в чем-то сильнее, мощнее, внушительнее своих противников, чтобы было понятно, вот да, это действительно чемпион, чемпион по заслугам. Лив Морган в этом плане могла бы рассчитывать на Наталью, с которой она ездила по хаус-шоу и с которой проводила матчи. И на отчетной неделе, после одного из их матчей, в котором Наталья была удержана, она просто вскочила сразу же после третьего удара, что-то весьма выразительно высказала Морган, показала такой неоднозначный жест пальцем, после чего сразу же укатилась с ринга и ушла из зала. Не, конечно, в матче еще была Ронда Роузи, но она свою порцию респекта и уважения, видимо, выразила уже на Money in the Bank, где Морган всеми своими 30 килограммами смогла ее удержать для победы, а потом получила из рук хромающей Ронды чемпионский пояс. Конечно же, хаус-шоу — это мелочь, это ерунда, это, как сейчас говорит молодежь, не канон. Но какая к черту разница, если у вас чемпиона настолько не уважают, что могут вот просто так прокинуть с финишем матча? Это, конечно же, мелочь. На телевизионном шоу такое вряд ли возможно, все ж таки Наталья известный профессионал своего дела. Но именно там, где поменьше контроля, где рестлерам дают больше свободы, проявляется то, что у рестлеров на уме на самом деле. И то, что проскочило на том хаус-шоу, неважно, конфликт ли это, инцидент ли это, просто разногласие сиюсекундное, это должно быть звоночком, потому что чемпион – это ваша неприкасаемая персона. Это главная фигура, которая должна быть выше каких-то сомнений и прочего. Это должно быть на подкорке. Чемпион не прикасаем. А если вы начинаете сводить счеты прямо на ринге в присутствии многих зрителей, если вы потом стыдливо пытаетесь оправдать это в Твиттере и не менее стыдливо удаляете этот пост, это как минимум неправильно, а как максимум повод для того, чтобы получить минус 6 звезд от VSPlanet.net. И я прошу, Наталья, лишь об одном: не подставляй Ливку Морган хотя бы до следующей недели. Злобный Росомаха, услышимся.